Как было установлено, житель Новосибирска 1985 года рождения с использованием сети интернет получал крупные партии наркотиков и психотропных веществ, расфасовывал их на мелкие дозы на конспиративной квартире, а затем оборудовал тайники-закладки на территории города. Оперативниками были получены сведения о том, что подозреваемый собирается получить в Кировском районе очередную оптовую закладку, которая была спрятана в автомобильной покрышке. После получения партии наркотиков мужчина был задержан с поличным. При досмотре автомобиля, принадлежащего наркокурьеру, сотрудниками полиции было обнаружено и изъято 300 граммов наркотических средств синтетического происхождения, несколько банковских карт и 4 сотовых телефона. Кроме того, в ходе проведения обыска конспиративной квартиры задержанного сотрудниками полиции были обнаружены и изъяты два вида синтетических наркотиков, психотропные вещества амфетамин и экстази, расфасованные спичечные коробки и полимерные пакетики, а также упаковочный материал. Всего в ходе документирования противоправной деятельности подозреваемого изъято из незаконного оборота более 700 граммов наркотических и психотропных веществ. Возбуждено уголовное дело по факту покушения на сбыт наркотических средств в особо крупном размере. Санкция данной статьи Уголовного кодекса предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.